Всем здравствуйте! Хочу разместить сейчас видеоинформацию о применении методики ПИД-эффекта с помощью гравитона, то есть перенос информационного действия с лекарственного препарата либо с биодобавок, с антибиотиков на воду, для того, чтобы это действие было безопасным для нашего организма. То есть гравитон будет убирать побочные действия. Это актуально, особенно сейчас, в период РЗ, гриппа, ну, необходимо на каких-то этапах, когда уже заболевание вошло в какую-то фазу острую, в любом случае антибиотики применять нужно. Поэтому сейчас как раз я продемонстрирую, как это делать. То есть еще раз повторю, ПИД-эффект, перенос информационного действия с препарата на воду.